Кидуйте. Все, достаточно. В Екатеринбурге молодая брюнетка, вероятно, после бокала шампанского, при понятых надышала в алкотестер в полтора раза больше предельно допустимой погрешности. И в патрульном автомобиле автоледи залетчица тыкала пальчиком в прибор и без возмущения, но с удивлением говорила о том, что ее хмельной выхлоп, дескать, нулевой, правда лишь до запятой. 32. Превышено 2 раза. 0,232. А надо сколько? 0,160, допустимая норма. А, ну, отсвечивает, может? Ну, как вот. Допустимо 0,160. Состояние опьянения установлено. 0,16, да, допустимо? Да. 0,16, допустим. Пока инспектор ДПС заполнял протокол, автопилотка, севшая за руль Hyundai Соляриса под шофе, не без кокетства поинтересовалась у молодого полицейского. А сильно-сильно пьяная – это как? Судя по итогам массового гаишного рейда, в канун Рождества по Григорианскому календарю екатеринбуржцы ушли с головой в праздничный загул еще за неделю до Нового года. 10 пьяных рулевщиков. Гарантированно лишатся прав. Года на полтора, а то и побольше. И заплатят штраф 30 тысяч. Еще 2 угодили под взмах гаишного жезла в наркотическом угаре. Плюс 8 отказников. 2 автобухарей ожидает уголовка за повторный пьяный залет. Попутно сотрудники ГИБДД тормознули 15 бесправных покатушников и 2 лишенцев. Итого 37 потенциальных автоубийц мотались по дорогам большого города и были вовремя обезврежены сотрудниками ДПС. Кроме автомобильных грубиянов, то есть бухих, обкуренных, лишенцев и бесправных, сотрудники ДПС в ходе тотального рейда тормознули грязный «Жигуленок», водителю которого пришлось вытащить из багажника тряпку и засучить рукава. Что здесь за нарушение гражданина в данный момент? Грязный регистрационный знак. Ну, понятно. Пилот белоснежного «Мерседеса» погорел на тонировке, которой, по иронии судьбы, крутая иномарка обзавелась буквально за несколько минут до неожиданной остановки. Притом маловероятно, что в мастерской согласятся по гарантии, то есть даром, сдирать свеженаклеенные пленки со стекол умеренно. А это, как ни крути, полный попадос. 15 минут назад наклеили. 20 показывает, да? Да. Да не, я говорю, вот только наклеил, только вот выехал прям с этого.